Всем привет! Вы на канале Not Anton. И такое ощущение, что FIFA меня просто ненавидит, именно мой аккаунт, потому что за прошедшие выходные я сыграл, помог сыграть 3 аккаунта, свой на 14 побед, аккаунт Буфа на 16 побед, просто со стата 7-3, мы практически без поражений, 16-4. И аккаунт Игоря тоже так же до 14 побед подняли со статы 9-4, кажется. Почему на других аккаунтах мне так просто играется, и мы делаем нормальные результаты, а на моем просто какое-то смертоубийство? В этом видео я покажу свои поражения, как, почему мы проигрывали, как развивался матч. Присаживайтесь поудобнее, заварить чаек, кофеек. Будет очень много пиков, паков с героями, кумирами, несколько стримов сюда войдет. Также войдет стрим, где мы совместно с моим другом и подписчиком Игорем открывали паки. Должен вас предупредить, в видео присутствует ненормативная лексика. Ладно, мужики, погнали. Все, давайте хорошую карту, плиз, пожалуйста, пожалуйста. Не хорошую, а отличную. Прости, мистер Би. Игорь специально все это сделал. Да не специально я сделал. Что, видичу берем или рейтинг? Так, нам нужно изображение добавить. Вот такое вот замечательное изображение. Так, ну мы открыли. Так, первая карточка. Так, там статы показывают, нет вообще? Так, вот. Так, вот статы. Физподготовка неплохая. Игра головой хорошая. Или, блин, слабый. Ну, это похоже на защитника, на самом деле, какого-то такого слабенького. Дальше. Сейчас самое главное — скорость. Если скорость есть, возможно... О, удары. Мне кажется, это форвард. Это очень похоже на какого-нибудь Драгбу. Клозы, не знаю. Скорость, наверное, где-нибудь 76. Ну, ладно. Чуть-чуть лучше. Но это скам. Похоже на форварда. Какого-нибудь типа Клоза, Драгбы. А, это принц, кстати. Ну, как минимум рейтинг. Ты, Макс. Простите, я испугался. Ну, уже неплохо. Слушай, надеемся на третью карту, честно. Блин, скорость подводит. Блин, а кто может быть такой? Пяти может быть, но у пяти не такая защита. Может, это этот? Голландец, который. Давайте игровые стили посмотрим. Может, это голландец? Ван Нистелрой? Не, нет, который опорник. Так, игровой стиль. А, штрафной плюс. Штрафной пирло, плюс. Пирло. Нет, слишком сильно. Мощный удар. Длинный пас. Куман это. Куман не похож на самом деле. Куман. Это Куман. Да, это Куман. Слушайте, ну пик на самом деле неплохой. То есть откровенного скама прям нет. Далглиша не надо, у Буфа собран Далглиш. Видимо, это принц, просто за счет рейтинга. Ну окей, принц так принц. Вот такие паки я люблю. Кимих? Тони Кросс. А второй будет тоже 80. Восьмой. Ну неплохо. 5.84 плюс. Там открывать как будто... Это Флакин. О! Это не Флакин, это Гюнтер. И, кстати, не было никакого свечения вообще. А вы заметили, на прошлых тоже не было свечения? Это двойной еще волкаут, кстати. Слушайте, это вообще как-то дико прям выглядело. Я хотел новое свечение, а его не было. И я такой, так, что? На предыдущем проме тоже я ни разу не видел. Как карточки выпадали. О, о, о! Германия, ЛЗ. Давай, что? Это другой, это другой. Это не он, там будет Родри, давай. Это другой Гюнтер. Справа Гюнтер, слева Гюнтер. Всем по Гюнтеру. А мы, подожди, по статам или как? Как хотите, по статам или будем открывать на мужика? Ну я по статам, чтобы чуть обстянуть. Это не статы. Вот это пушка. Выносливость нормальная. Дриблинг 90. Неплохой, смотри. Владение 94. И дача 92. Это какой-то Хави. Это какой-то Хави, похоже. Какой-то Хави или Хави Иньеста, Хави Иньеста. Хави, да. Рейтинг. Физика 83. Может быть, кстати, краек. Выносливость. Да, головой есть. Но игры головой нет, 72. Нет, атакующий какой. Какой-то Сократис очень похож. Хотя у него игра головой лучше, наверное. Или...
Сейчас самое главное — это скорость удара насрать. Очень похоже на Сократиса, если честно. Что-то такое, типа... Кстати, Сократис, он вообще там сейчас на рынке. Ривалдо? Рион? Это Ривалдо. Это обычный. Это Барнс. Так, смотрите, там какая-то крутая физподготовка. Прыжки 90. Прыжки 90. Про голову 93. Это Клоза. Клоза? Классический Барнс? Мой пик. За что? Ну, Барнс вместо этого. Хави вместо рейтинга 90. Первый состав соперника. Куртуа в нападении. То, что мы заслужили. Нормально. Родриго ставил, не ставил, еще наплевать. В левый бьем, верхний. Чувак угадал, но не пошел. Хорош, Кройф. Вроде первый соперник, но такой неприятный геймплей. И такой вроде неприятный соперник. Хорош. Бля, бачу, сейчас меня тут накажет. Ну, пиздец. Просто за минуту два гола из ничего, абсолютно. Печально. Типа, это нормально? Ну, я не знаю. Просто чел меня выебал. 4 гола за сколько минут, я не понимаю. Ну, это пиздец. Лев, здорово. Далглиш, шотландец, да. Ну, я не знаю, типа. Вот я там в пустые ворота не забил. Тут чувак просто меня изнасиловал. Ну вот, хотя бы один забил с кикоффа. Все залетает. Хорош. Красную, да, ему еще за это? Бьем опять тот угол. Хорошо, он думал, что по центру. Так, замены делаем. Ближний угол. Это был ближний угол. Да. 16 побед, видимо, будет, да? Огонь, просто огонь. Стримить без компьютера — это прям очень сложно. Я тут пересмотрел вчера свое самое первое видео на канале. Конечно же, я вышел из последней игры. Вы думаете, я тут шутки с вами шучу, блять? Я постоянно выхожу из матча, я вас наебываю, пацаны. Да? 91 — это плохой удар? Нет, неплохой удар, но дело не в циферках. Дело в том, как это ощущается. То есть, например... Что? Опять? Что-то мне подсказывает, что сейчас, наверное, не стоит в FIFA играть. Я не эксперт, кажется, но... Да. Какая же приятная эта игра, замечательная. Она вдохновляет нас делать что-то хорошее. Например, пойти на кухню и разъебать какой-нибудь там горшок с цветком. Я не знаю, ну это просто издевательство. Ну типа, блин, так не должно быть. Кстати, видели по поводу банов для фиферов, которые там рекламировали? Ой, как меня он скушал тут, неприятно. Зидан не пошел.
Вот Ван Дейк, вот что ты делаешь? Гулит тоже. Вот, ну я не понимаю, типа. И бегают за ботов ебаных. На, блядь. Как я понял. Я не знаю, как в это играть. Ну вот он, гол. У вас нет вопросов к Зидану? Вот, типа, так и должно быть? То есть нормальный удар, да? Шикарный. Ну, блядь, сейчас мне зато сразу залетит. Вот просто чекайте. Сейчас мне гол будет. Гол. Я ебал. Капита, молодец. Блин, ну пойдемте просто гол забьем. Ну чё, это ушлепок просто, ну, типа. Ничего же не может. Типа, я такое ощущение, что чувствую полный контроль над этой игрой. Это гол. Это 100% гол. Тут можно даже не думать, блять, это просто игра. Решила, что нужно вот этот матч проебать. И мы его проебем. Ну, бля, ебать. Пробежал. Господи. Гол, гол. Нет? Да, блять, вообще. Поебать, говорит. Один из трех героев базовых UCL, там, не знаю, еще каких-то, на аккаунте Буфа. Пожалуйста, дайте что-то хотя бы, что стоит 300 тысяч плюс. Ну, выглядит очень-очень печально. Так, Игорь забрал за последний. За последний уровень. Не какую-то дурацкую бабу просто, а набор с базовым кумиром, центурионом или удар молнии. Вот, мы пытаем удачу, мы ловим супер топов. Пожалуйста, приди супер топ в защиту. Бразилия! ЛФА! Пожалуйста, Рональдини, не Ривалдо! Пожалуйста, сука! Блять! Пиздец! Как близко было! Как было близко! Так, ну чё, целых два пика с UCL или базовыми героями на аккаунте Леброна. Огромное спасибо. Дайте что-то, вот 500 тысяч плюс, просто, пожалуйста. Кстати, не так плохо. Бомпастор. Бомпастор. Второй пик. Ну вот это уже плохо. Это уже прям плохо. И не тот бразилец ЛФА. Клуб Уральск. Блин, лишнее движение. Да, здесь меня нормально наказали. Ой, хорош, Зидан. На обманном движении. Как будто уберем. Да, с пасами огонь. Бля, ну, я не знаю. Блять. А Гулит не может отобрать. Ну что происходит? Ну. Типа по делу, окей. Ну, блять, я понимаю, что не хочешь доигрывать. Я бы тоже не хотел доигрывать, брат. Но я пытаюсь все-таки как-то выиграть хоть какое-то у тебя. Блять, ну Жерзинью. Не, молодец, молодец, молодец. Так, на своем аккаунте я сделал 14 побед. У меня было 2 дисконнекта, 2 матча, где просто игра отдала победы. Не могу сказать, что, возможно, я заслужил большего, но 14 так 14. Дайте в пиках что-то годное. Первый пик.
Ну, собственно говоря, годная подъехала. Здорово, Марта. Второй пик. Промо-карточка. Опа, Алекс Телиш. Берем на ЦП. Вообще пушка. Будет у меня сразу в СБЧ отдан. Третий пик Эндлер. Вот это уже хорошо, кстати. Пик с героем. Один из трех на аккаунте Мистера Би. Пожалуйста, мы давно не тащили какого-то топового игрока здесь. Мне кажется, вообще ни разу не тащили. Можно что-то прям вот крутое? Вот можно, конечно, да. Пушка. Так, на аккаунте Мистера Би 1084+. Может, тут хотя бы карточка новая будет какая-то? Это Робертсон. Это окей. Можно двойной волкаут хотя бы тогда. Хорошо. 86 рейтинг, правда, я думал 87. Кто второй? Мбаппе? Второй Делихт. Ну, пак, прям, скажем, так себе. Могло быть и получше. Хотя, вон, Иска упал. Второй пик на аккаунте Мистера Би. Еще раз огромное спасибо. Ну, первый как бы говно. Второй-то дайте что-то нормальное. Вот, кстати, неплохо. Гаву. Гаву. Это, мне кажется, не так плохо. 14 побед на аккаунте Игоря. Он сам сделал 9. Мы могли добить до 14. Как-то вообще легко пошло, ни одного поражения. Давайте пики откроем. Годные, надеюсь, пики будут. Потому что человек собирает Эйсебио. Это большой вопрос, кстати, что брать. Я возьму информу ему, потому что информы понадобятся. Вот, у него немного информов, я решил все-таки вот так. Второй пик. Делихт. Третий пик. И Кимих. Слушайте, пики хорошие, годные прям. Еще один пик, но это уже не за ВЛ, конечно, но все равно. И Иска. Пак за 100 тысяч. Поехали. Англия, ПЗ, Барселона. Это бронза, 87-я. Это неплохо для такого пака, я считаю. Набор ультимейт. Обычное свечение, Польша, форвард. Не Барселона, к сожалению, но тоже неплохо. Двойной волкаут, Пажор, а вместе с ней Кобель. 2,87, слушайте, ну... Годно. Ну а внутри, и информ еще, может быть хорошее что-то упадет. Дайте новое свечение. Португалия, ЛЗ, Канцело. Надеюсь, двойной будет, двойной. Быстро прошло и Бернардочка. Если внутри еще будет 86-й, уже неплохо. Вообще неплохо, да, вообще прям хорошо. Хорош. Слава богу. Видели, игра хотела сплавить нас? Видели, отпустил мяч Ван Дейка? Я охреневаю просто. Видели, как в конце игра хотела подставить? Я вообще охерел просто. Я там принимаю СР2, просто ничего не нажимаю, никаких там ничего. И он просто берет и отпускает его. Я думал, ну все, я еще подкат хорошо успел сделать. Че тут за соперник? Инкс. А можно ты сольешь просто? Бля, брат, ты будешь просто красавчиком. Вам когда-нибудь отдавали матч за 16-ю победу? Мне вот отдали. Просто пришел, сел, сделал 16 побед. Так, награды на аккаунте Буфа за 16 побед. Я не знаю, просто это было как-то изи вообще. Типа не заметил. Поехали, первый пик. Асимен, отлично, рейтинг. Второй, можно, пожалуйста, тоже. Спасибо. Игра, ты сломалась? Что случилось? Откуда такой рейтинг ты даешь? Нет, не сломалась, все нормально. Так, набор компаний 84+. Германия, ЦЗ, Лейпциг. Клостерман, кстати, он апнулся. 87-й должен быть, да? Слушайте, приятно. А, кстати, тут два набора компаний. Второй пак с набором компаний. Германия. Ладно, хоть не ЦЗ. Байер, это Эндрич. Или кто это? Эндрич, да, 85. Бах. Обычное свечение. Германия. ЦП, Тони Кросс. Нет, Гюндоган. А второй кто? Волкаут. Двойной нет.
не двойной. Можем открыть все ЗВЛ. Опа, два информа. Слушайте, это прям пак золотой, так сказать, вообще попался. Давайте, 2.85 плюс, продаваемые. Франция, ЦП, ПСЖ, это Георо. А второй кто? А второй бронза, 87. 3.85 плюс, дай новую карточку. Игра, дай новую карточку. Германия, форвард. Оп. 88-я и двойной волкаут, и кто-то выше будет. Ну или такого же рейтинга. Дай что-то годное. Неймар. Блин, Неймар, кайфово, слушайте, просто приятно. Я понимаю, что он типа недорогой, но я ловил, получается, уже Месси, Роналду, Неймар и остался Мбаппе просто. Блин, Неймар это круто. Дубликат. Пак за 100 тысяч на аккаунте Буфа. Сейчас легенда упадет, вот прям чекайте, 100% легенда. Англия, вратарь, Арсенал. Ну, типа легенда Арсенала. Господи, какое говно. Пак за 125 тысяч, вот тут точно легенда. Италия, ЦЗ, Бастони. Серьезно? Даже не Бастони. Так, пик с героем на моем аккаунте я предлагаю открыть просто на мужика. Раз, два, три. Обеди Пеле, приди. Ну, собственно, вот о чем я и говорил. Грустненько. Но что поделать. Сойдет. Пик. Один из трех героев на аккаунте Буфа. Мы только что сделали 16 побед. Все было прекрасно. Надеюсь, FIFA запомнил это и продолжит как бы тенденцию. Даст хорошего героя, потому что ни одного хорошего мы еще не видели. А вот это хорошие герои. Это очень хорошие герои. Как я понимаю, это Ди Натали, не Жули. Хотя скорость прикольная, удары. Ну, говно он, короче, берет. Блядь, чем мы тупим? Берем Ди Натали просто. Ди Натали надо брать, и все, точка, конец. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы досмотрели. Если вы новый на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Очень вас всех жду. Не могу не сказать про две карточки, которые меня очень сильно впечатлили в этой викинг-лиге. На аккаунте игры у меня был Информ Мбаппе, и это просто офигенная карта. Я использовал его на фланге, и даже оттуда он забивал очень много голов. Очень резкий, очень быстрый. Очень много импакта вносит. Офигенная карта, просто пушка. Вторая карта, про которую тоже не могу сказать, это просто Яшин. Защитник. Представляете себе Яшина защитника? Вот и я не представляю. Но на аккаунте Буфа он играл в защите, и он сделал столько перехватов, столько сейвов. Буквально пара моментов, где он плохо сыграл, но даже там, где он играл плохо, то есть где он фалил, он делал это абсолютно правильно. Столько блокировал, это просто очень крутой ЦЗ. Если вам интересно, потестите его, посмотрите, цена, в принципе, ну, адекватная. Это просто супер игрок.